сегодня работаем по боксу. Первый номер Даня, а не второй номер. Первый номер. Одиночные прямые удары плюс одиночные удары снизу. Второй номер, любая защита, контратака через корпус, голова. Через встречное движение, через отскок. Апперкот для того, чтобы не было такой, что человек заигрался, да, где-то на уклонах руки опустил. Все, у нас тренировка по боксу. На ногах вся работа. Сейчас, ребят, пока легко работает, просто надо тут пару работа греть. Боксируем, качаем курс. Зачем все принимать? Где-то приняли защиту, где-то качнули. Не надо менять колени. Меняли колени, о, пошли, продолжили. Смены тут же работаем. Не забываем весь удар по корпусу. Можно двигаться, вправо-влево двигаться, да, шагать на колени, конечно, скользят. Еще старше, лой, боксируй. Саш, ну он уже отвернулся, ты что делаешь? Спортивное поведение должно присутствовать.